Видеосвязь для тех, кто не слышит. В Могилеве для людей с такими проблемами организовали чаты, куда они могут обратиться, и жестовый переводчик передает их заявку в поликлинику, ЖЭС или отдел доставки продуктов. Специалист записывает обратившегося на прием, затем также по видеосвязи они назначают встречу. Переводчик сопровождает своего подопечного на осмотр и, например, в деталях передает все жалобы пациента и рекомендации врача. В центре обслуживают 300 человек с нарушениями слуха. Помогают каждому, но сделать это оперативно получается не всегда. Переводчиков языка жестов не хватает. 3 на всю Могилевскую область. В то же время в одном только Могилеве людей с проблемами слуха больше 500. Пока в центре обходятся своими силами, а зам языка слабослышащих обучают соцработников.